2019 год был богат на достижения у спортсменов Акмолинской области. На республиканских и международных чемпионатах они завоевали больше 1000 медалей различного достоинства. Из них золотых 326 наград. Спортивную копилку региона пополняют боксеры, тяжелоатлеты, борцы, лыжники и представители других видов спорта. Всего в регионе массовыми видами спорта занимаются больше 200 тысяч человек, или почти 30% от всей численности населения. Хоккейный клуб «Орлан» в сезоне 18-19 года занял 3-е место. И в январе месяце они стали чемпионами континентального кубка. Приехали с золотыми медалями.